как я съебываю из этого ебучего места. Биарриц, Байон. Из Биарица доехал до Байона, сейчас из Байона доезжаю до уезда на автопарк. Вот у меня уже есть такая вот хуйня. У меня уже тяжело говорить, это просто пиздец. Я болею еще к тому же. Поэтому я хочу сейчас побыстрее съебаться из этого говна. Надеюсь, в Тулузе будет получше. Потому что тут ужасно. Ночевки на улицах, машинах, ну его нахер. Короче, долбоебы всякие сюда едут, у которых денег много. Такое у меня мнение сложилось про Биарриц, Байон. А я рад отсюда уехать. Так, я прохожу под мостом, вот так вот автобан огорожен всюду, чтобы на него не заходили. Вот такое вот ограждение. Ну, соответственно, где я иду, вроде можно еще идти, но тут тоже ничего хорошего. Я просто не знаю другой дороги. Потому что, ну, тут, если кто поедет, меня сшибет, как ни хрен делать, очень опасное место. Поэтому нельзя ездить по обочине. Ни в коем случае. Будьте осторожнее. Итак, если вот так, под дождем, под этим ебаным, с одной позитивной мыслью, я покидаю Байон. Это проклятое место. Это, видимо, если сравнивать с российским, это такое же говно, как какая-нибудь Тамань. И, соответственно, я иду вот так вот по обочине. И там сейчас будет круг. На круге, я думаю, начать стопить в сторону Тулузы. Тут где-то 300 километров, но я надеюсь, что кого-нибудь сейчас найду. Конечно, выехал не очень рано утром. Но все равно полдень, это не так плохо. Итак, я дошел до круга, с него начинается дорога на Тулузу. Соответственно, вот он круг. Вот так выглядит целая куча машин. Мне надо в ту сторону. Не знаю, что никто особо туда не сворачивает. Это не есть хорошо. Ну ладно, надо перейти. А вот одна свернула. В принципе, вот тут вот заезд на автобан. Вот тут вот, типа для пешеходов еще оно заканчивается. В этом месте можно стоять, стопить. Итак, я уже просто замучился выезжать отсюда, вот, по Тулузе туда. Никто меня уже где-то час не подбирает. Я думаю, буду сейчас вот эту вот штуку изрисовывать тоже. Paris for Marseille GM. Сейчас разрисую, что ли, тут знак с обратной стороны. Напишу, что Тулуз, Сакс. Итак, я уже где-то часа два торчу на этой заправке, пытаюсь уехать в Тулузу. Тут уже и дождь прошел. Что-то, мне кажется, я тут снова встрял, не очень приятно. Но будем новых пытаться. Вот эти вот все, кто стоят, они едут в Байон. А на этой стороне едут в Тулузу. Вот Тулуза, вон Байон указатель. Итак, я приехал в Тулузу, у меня было два дальнобоя и одна легковушка французская. Дальнобой один поляк, второй литовец. Оба говорили хоть как-то по-русски. Фу. Сейчас я иду до метро, меня выкинули на кольце. Итак, я приехал в Тулузу, нашел хостов на три ночи. А потом эти три ночи вдруг, когда я уже приехал, превратились в одну. Еще один человек вроде как готов уже мне в порядке экстренной ситуации вписать на две ночи, на сегодняшнюю, на завтрашнюю. Потом надо найти кого-нибудь на выходные. Итак, я пришел с моим хостом в бар.
Но вот тут у них очень оживленная беседа на французском языке, которая мне непонятна. Я ничего не понимаю, что вы говорите. Mais tu es pour rien, mais tu vas voir le mec et tu lui dis, mec, s'il te plaît, demain on refait le truc, on reprend les photos. Would you like to say anything to him? I like France, I like cinema, I like Russia. You can just say in Russian anything. Привет. It's for Russian movie, is that it? Yeah. Russian movie. Merci, va. Ну, в общем, вот так развлекаются люди. Девочки говорят что-то быстро. Я ни одного слова не понимаю. Так. Я в Тулузе, тут Carrefour супермаркет. Тут вот такие два больших контейнера. Так, чайники. Не похоже на Carrefour-овское. Это. Тут картонки какие-то, тоже не похоже на Carrefour-овское. А я не знаю, в какие лезть тогда. Так, тут пицца закрыта. Может, тут что-то будет? Давай глянем. Тоже картонки какие-то. Тулуза, Метрополь. Не, это не то. А я не знаю, где заниматься дампстер-дайвингом. Так, я уже обошел очень много контейнеров. И что-то пока... Ну, вот картонки бесполезные. Ну, не знаю, пакет мусорный, но... Все пустое, ну его нафиг. Итак, собственно, я решил поснимать метро в Тулузе. Я сел вот так вот на такой. Захожу на сравнительно последней станции. Она находится достаточно далеко. В принципе, вот так выглядит метро. Вот этот вот дядька стоит, чтобы люди не прыгали через турникеты. Я рисковать не буду, и в принципе похоже на московское метро, какой был раньше. По билетам, ну или на парижское. Мне нужно, соответственно, дальше идти сюда и ждать своего поезда. Так, станция называется Рамонвиль. Так, время прибытия 1 минута. Вот он подъезжает, мой поезд. В принципе, вот такое вот крутое метро тут. А крутое оно тем, что можно вот так вот наблюдать и смотреть вперед по движению. Prochaine station, Université Paul Sabatier. Estación de Nantes, Universidad Paul Sabatier. Но, к сожалению, я сейчас против входа. Может быть, в следующий раз я попробую по ходу сесть и буду смотреть прям так. Так, собственно, вот такой вот метро в Тулузе. В принципе, прям с улицы заход. Но мы спускаемся. Так как очень многим людям интересно посмотреть, как выглядит тулузское метро. Дальше мы идем на турникеты. Так, засовываем вот сюда вот такой вот билет на 10 поездок. И он мне сообщает, что у меня осталось только 3 поездки. После чего я спускаюсь вот так вот по эскалатору вниз. Опять. Мне нужен директион Рамонвиль. Спускаемся сюда вот. Все выглядит прикольно. А так я не успел на свой поезд. Тут все, в принципе, огорожено, и хрен войдешь на пути. Вот она, дверка, кстати, в туннель. Ее тоже нельзя открыть. Вот так подошел мой поезд.
народу до хрена, походу по снимать не получится, к сожалению. Так вот такое вот метро в Тулузе. Поехать в аэропорт ночевать. Сейчас мне нужно от станции Жанна д'Арк доехать до станции Палас де Жюстис, там сесть в трамвай и доехать по нему на нем до конца маршрута. Это будет последний трамвай, который идет в аэропорт. Итак, я еду на трамвае Т2 с платформы Палас де Жюстис, откуда он отправляется в аэропорт. Уже почти приехал, вот такой вот рюкзак со мной. Мне сказали, что в аэропорту, в принципе, хорошо, ночевать можно. Я сейчас это попробую выполнить задачу. Но сейчас я уже, думаю, подъезжаю. В целом, мне Тулуза, не знаю, я ожидал от нее большего гостеприимства, чем я получил в итоге. Потому что в результате и конец недели, и никто не хочет принять тебя. Ну, не знаю, такое ощущение, что не любят, что тут особо иностранцев, или очень странно. Ну, поэтому я, наверное, больше бы и не хотел ее так сильно посещать. Но то, что посетил, в принципе, не жалею. И сейчас до сих пор в Тулузе только потому, что у меня из нее авиабилет. Так, я переночевал сегодня снова у моих предыдущих хостов, они не дали в аэропорту поспать. Соответственно, я их покинул, как только проснулся, можно сказать. Вот такой вот тут пруд рядом с их домом. Мне нужно идти, я решил прогуляться, тут это канал. И он идет, я не знаю, тут очень много каякингов плавает, а мне надо идти. Я решил прогуляться, дойти до следующей станции метро, от нее уже куда-то ехать. А батарея еще села, это плохо.